Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас шикарный мегамикс. Откроем с вами 33 сюрприза. Low Surprise Higher Goals, Flash Force, Сиреноголовый, My Little Pony, Disney Adorables, Тачки, Щенячий Патруль, Робокар Поли, Губка Боб, Охотники за привидениями, Холодное Сердце и многое другое. Поэтому обязательно досмотри видео до конца, будет мега интересно. И не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто любит разные сюрпризы, ставь лайк и поехали! Начнем с шарика Чупа-Чупс. Пиглет-зайки. Мы все хотим дособрать коллекцию. Мы открывали эти сюрпризики у нас на канале. Нам трех зайк не хватает. Вот такая большая, шикарная коллекция. В ней 11 очаровательных заек. И нам попался новенький. Такой вот милаха с птенчиками. Это пасхальная коллекция. И нам попался Холли. Вот он, милашка это. Очень классные зайки. Птенчики у него на лапках сидят, и на головке птенчик сидит, и на него так смотрит мило. Смотрите, у него как будто бы на пузике пуговки. Следующий откроем шоколадное яичко Тачки. Шоки-токи. Так, наклейки. Как же я не люблю наклейки. Такая большая коллекция, в ней 11 игрушек, и нам кто-то синенький попался. Ой, тут и колеса отдельно, ничего себе. Вот эта игрушка. Так, нам Салли попалась. Ой, классно, у нас еще ни разу Салли не попадалась. Собираем. Вот такая вот машинка у нас получилась. Салли с наклейками теперь. Колесики, к сожалению, не крутятся. Вот такая вот микромашинка. Следующее откроем тоже шоколадное яичко, только уже Щенячий Патруль. Шоки-токи тоже. Скай! Да, нам Скай попалась. Ох, как нас Скай любит. Ну, откровенно, мы ее тоже любим. Вот такая коллекция из 6 щенков. Вот она, Скай. Нам она попалась. Вот такая вот милашка. Рюкзачок у нее. Шлем. Вся в розовом, как положено. Немножко краска повылазила. Но все равно она хорошенькая. Следующий сюрпризик. Киндер-сюрприз Смурфики. Ой, нам смурфета попалась. Цветочки уже вижу. Да, нам смурфета садовод попалась. Вот такая коллекция из 8 смурфиков. Нам вот эта девчоночка попалась, смурфета. Классная коллекция. О, еще можно дуть на цветочки, они будут крутиться. Особо собирать тут не пришлось, просто наклеили наклеечку. Единичка с сердечком. Такие золотые сами цветочки. Золотая лопатка у нее. Золотое платьице на ней. И золотые туфельки. Следующее пластмассовое яичко. Сюрприз. Kids Box. Десерт с подарком. 44 котенка. Вкусняшка. Такая коллекция из 6 котят. И нам попалась вот эта кошечка. Миледи. Хорошенькие фигурки, качественные. Мне нравятся. Ручки сложила.
такая вот, хвостик у нее такой пушистый. Розовые очки на лбу. Фигурка на подставочке. Следующий сюрпризик — лапусики Драже, подарок внутри. Конфитрейд. Белое пластмассовое яичко. Вот они, Драже. И вот такая вот большая коллекция. К сожалению, они не прокрашены. Жаль очень. Ой, и нам попалась вот такая вот красная собачка. Сами фигурки выполнены качественно. Пластик качественный, но вот огромный минус, что они не раскрашенные. Краски, что ли, у них нету? Непонятно. Следующее — шоколадное яичко Барби. Ни разу такие не открывали. От Заини. В коллекции есть как и фигурки, только они непонятные какие-то. Что-то у них юбки какие-то непонятные. И коллекция колечек. Нам попалось колечко. Тут такое есть? Вот оно, да. Только сердечко здесь розовое, а у нас голубенькое попалось. Фирма написана Metal. Ой, оно такое, такое как кристальное. Классненькое колечко. Следующий сюрпризик — губка Боб, квадратные штаны. Коллекция из 8 насадочек на карандаш. Так, и нам попался губка Боб. Вот он. Его тоненькие ножки. Трин-трин-трин-трин-трин-трин. Слушайте, хорошенький. Хоть это и насадочка, но сделано качественно. Следующее — шоколадное яичко Робокар Поли от Заини. Такие тоже ни разу не открывали. Ох-хо-хо, опять наклеечки. Мои любимые. Ну, клеим. И получился вот такой вот у нас пожарный. Машинка небольшая. Ну, даже с наклейками она мне нравится. Следующий сюрприз от Чупа-Чупс — свинка Пеппа. Коллекция: папа свин, мама свин, слоненок Эмили, киска Кэнди, пони Педро, Пеппа, крольчонок Ребекка и Джордж. Подставочка. И нам попался папа свин. Вот такой вот папа с бородкой, фотоаппарат у него такой на пузике висит, в шляпке белой. Видимо, на какую-то экскурсию собрался. Следующий сюрпризик от Свитбокс. Такая коробочка. Сказочный патруль. 8 игрушечек коллекции. Мармеладки. Коллекции: Варя, Дракоша, Огнекошка, Аленка, Снежка, Зайка, Цветочек, Разноцветик и Маша. Разноцветик только хочу, такой хорошенький. Нам попался
Ой, нам попался зайка. Даша зайку очень хотела, да? Плюшевая ожившая игрушка. Друг Снежки. Милый, трогательный, добрый, чувствительный. Разговаривает писком. Только здесь он как по-королевски одетый. С короной. А здесь он просто лапку вверх поднял. Буровки так грустно сложил их почти домиком. Ай, зайенька, ай, серенький. В нашем случае синенький. Хорошенький. Следующий сюрпризик. Пластмассовое яичко. Лол сюрприз. Хрустящие шарики с кремом. А, я помню. Вспомнила, что тут за сюрприз. Здесь подвесочки попадаются. Интересно, новенькая попадется. Вот такие подвесочки попадаются. 8 куколок. Нам попалась новенькая. Нам попалась Snow Angel. Такая подвесочка. И веревочка черная блестящая. Kinder Surprise на Тунс. Все, уже тает шоколад. Надо быстрее шоколадные открывать. Кто это нам попался? Ух ты! Так-так-так, кто-то классный нам попался. Нам попалась касатка. Здорово. Вот такая вот нам касатка попалась. Классная игрушка. У нее еще хвостик подвижный. Следующий сюрпризик. Минимон Дель Мондо от Сбаба. Здесь то, что нарисовано, такая куколка и должна попасться. Вот здесь нам должна куколка попасться. Испанка. Очень интересно посмотреть. Ни разу такие не открывали. Вот она там с колокольчиком с каким-то. Ой, не такой на шапочке колокольчик. На вязаной шапочке у нее приделанный такой вот карабинчик с веревочкой. Можно ее повесить на телефон или на сумочку. Платьице у нее такое. Ручки у нее подвижные. Ножки у нее тоже подвижные. Пупсик. Ботиночки тоже можно снять. Пышное платье у нее такое. Ой, бант какой у нее. С сеточкой. Милая куколка. Еще в коробочке. Смотрите, у нее внутри как постелька сделана. Видите, еще подушечка вот такая есть, мягенькая. В этой коробочке, наверное, вы все знаете три киндер-сюрприза серии Аплэйду «Оживи свои игрушки». Первую открываем. Так, кто это такой там нам попался? Ух ты! Что-то я не очень пойму, что это вообще нам попалось. Ну, что-то они тут вот вдвоем за веревочку куда-то могут подниматься. А, вот они. Они вот прилеплены друг к другу. У них на пузике что-то вот как клейкая такая штучка. Все, поняла. Веревочка идет, и они больше мне похожи на космонавтов. Будем считать, что это два космонавта. Их можно куда-нибудь прилеплять. Ну или просто, пускай они вдвоем обнимаются пока. Так,
второе яичко. Зебру хочешь? Да. Посмотрим. Так, кто это тут? Если в упаковке я знаю, значит это... Ой, должен быть штампик какой-то. Ой, какой хорошенький нам попался. Да, точно, видите, это как карандашик нам попался. Сейчас мы его соберем. Вот такой вот телдобрек нам. С шикарными синими волосами. А тут у него как на сердечко похоже. А, вот он открывается, и тут у нас фломастер. Сейчас попробуем что-нибудь нарисовать. Функциональная игрушечка. Так, и третий сюрпризик из этой троечки. Ух ты, что-то тут такое. А, это вертушка нам попалась. Да, такая вертушка. Сейчас мы ее соберем. Собрали мы вертушку. Вообще, в принципе, вот если бы она не картонная еще была, неплохая игрушечка, можно играться. Вот так вот она крутится. Наверное, все знаете, акция была в магазинах «Магнит». Приколыши такие вот попадались. Мы тоже решили посмотреть, кто же там попадается. Какой-то человечек нам попался. Космонавт. Ой, мой робот. Ой, мой робот. Сиреневый пакетик. И нам тут попался банан. Такой вот, таким оскалом каким-то, таким, я не знаю, как будто бы ему холодно, что ли. Штучка такая, тут почему-то ее нету. Или она другого размера. Вообще, должна быть такая штучка, на которую прикалывать или нет? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Следующий сюрпризик от Sweetbox. Тигрята. 8 тигрят. Мармеладки. Хорошенькие такие все. Они мне все нравятся. Ну, конечно, самый классный Фрост с короной. Даша хочет тигрессу, да, с бантиком ты такую хочешь? Сноу-Вайт классный, что такой в шляпе. И нам попался. Ой, нам Фрост попался. Пожелание: верьте в себя, и все получится. Ой, он флоковый. Корона у него такая. Золотая. Правда, могли бы дырочки вырезать, чтобы как на картинке хоть немножко выглядело. Здесь голубоглазый, а нам попался с сиреневыми глазками. Да, хорошенький. Ушастик. Следующий сюрпризик такой вот пластмассовый. Почти бочонок. Написано «ластик», но там внутри ластик-конструктор. То есть он из частей игрушечка собирается. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть игрушечек. Холодное сердце мы ни разу не открывали. Даже интересно, кто там нам попадется. Вот такая коллекция поближе. Нам попался Свен. Видите, он как весь разобранный, даже рожки его по отдельности. Сейчас соберем. И получился у нас вот такой Свен. Свен — большая голова. Дисней написано. Хорошенький, мне нравятся эти очень сюрпризы. Следующий сюрпризик в пакетике. My Little Pony Movie. 24 игрушки в коллекции. Тоже ни разу такие не открывали.
Предупреждение, инструкция, коллекция. Сколько тут поняшек. И нам вот попался сюрпризик, кстати, от Hasbro. Sunshower, да? Ой, ой-ой-ой, такие глазки у него, как будто бы он смущается. Капельки тут нарисованные. Синий хвост, синяя грива, сам он такой светло-желтенький. Неплохого качества. Сюрприз в баночке. Go Zo Surprise слайм плюс сквиши. Собери нас всех. Узнай, кто внутри. Ну, конечно, сейчас узнаем. Коллекции, наверное, это вот эти вот зверята там попадаются. Ну, посмотрим. Так. А, вот слайм нужно еще отсюда достать. Ну, давайте достанем. Ой, какой красивый. Он больше салатовый такой. Неплохой такой слаймик. Пожмякать его. Нам единорожка попался. Вы там какие-то как шармики внутри со звездочки. Ну да, наверное, девочка, она же розовенькая. Золотая грива, золотой рожек у нее. Жмякалка тоже. Интересно, что у него внутри? Тоже слайм? Давайте еще один такой сюрпризик откроем. Только это у нас вкусно мама. Здесь сюрпризы бывают не только игрушки какие-то, но и украшения. Вот в данном случае здесь, на мой взгляд, шикарный браслетик для девочки. Смотрите, какая красота. И размер у него, он тянется с резиночкой, такой вставка. Весь в бусинках. И размер у него такой, прям вот на детскую ручку. А внутри шоколадные шарики. Следующий сюрприз в пакетике «Охотники за привидениями». Очень хочется посмотреть эту коллекцию. В коллекции 6 таких вот маршмеллоу попадается. Может быть, она, конечно, побольше. Сейчас откроем, посмотрим. Вкладыш есть, внутри нету. Инструкция. Нет, вкладыша нету. Кто ж нам там попал? Ух ты! Ух ты, кто это? Такой прикольный. Он как будто бы весь в грязи. Лицо у него прям он в шоке, куда он залез. В какую-то зяку-бяку. Еще он что-то ел, и не знаю, его стошнило или что. Что это у него на нем тут? Помните из фильма их? Вот старого выпуска он такой был большой такой человек, Зефирка. А уже в современном фильме они там были маленькие такие, хулиганили, бегали. Вот и этот что-то нахулиганил, куда-то угодил. И сам в шоке от этого. Следующий пакетик с сюрпризом Yoho Friends. 26 зверьков. Собирай, обменивайся и играй. От Симба. Так, кто это нам тут попался? Бобер, что ли? Пол самец, место обитания Канада, семейство бивер. Ка мастер по строительству плотин. Нам Ка попался. Хороший такой. Прям интересно посмотреть. Ой, он флоковый. Боже мой, какая прелесть. Хотя он, если честно, он больше похож на лемура. Ой, какой красивый. Хорошенький, обнялся со своим хвостиком. Угу. Следующий пакетик с сюрпризом сиреноголовый. Вот такие там монстры какие-то, пришельцы, гуманоиды. Кто это вообще даже?
Наверное, сами создатели не знают, кто это. Ну, наверное, какие-то гуманоиды. Хотя есть он какой-то котофей. Смотрим, кто же нам попался. Ух ты! Подставка черная. И нам вот этот вот, видимо, попался белый, сиреноголовый. Вот такой вот чудо-юдо нам попалось. По нему можно анатомию, по-моему, изучать. Это, как знаете, выглядит человек без кожи, когда на нем одни мышцы натянуты. Что у него на голове? Больших два уха? Или это громкоговорители? Какие-то как волоски, что ли, красные. Больше на уши похоже. Вверху такая петелька. Его еще можно вот эту красоту куда-нибудь подвесить. А сзади он похож на человека-дерево. Причем уже прям корни пустил в землю. Следующая у нас такая вот розовая коробочка. Disney Adorables. 78 игрушечек в коллекции. А здесь может нам или 2, или 3 попасться фигурки. Ну, конечно же, хочется нам 3. Ну, хорошие такие. Там еще окошки открываются, мама. Угу. Так, открываем дверь. Только как она откроет? Так, открываем. Молодец. Ограниченный выпуск. Медвежонок Винни и его друзья. Корпорация монстров даже есть. Алиса в стране чудес. Пиноккио, холодное сердце. Микки Маус и друзья. Рапунцель. Лило и Стич. Моана. Красавица и чудовище. И Зверополис. А нет, вот еще Питер Пен. Есть игрушечки обычные, редкие, очень редкие. Ограниченный выпуск и особый выпуск. Нам попалось 2 игрушечки. Тут одна подставка всего. Значит, кому-то не нужна подставка. По-моему, это из мультика «Зверополис». Это редкая. Блестящий такой. Редкий. Да? Да. Сейчас посмотрим. Нам попался из «Пиноккио» Джеппетто. Вот он, смотрите, какой он классный. Глаза просто вообще прям смотрел в эти глаза. В очочках. Это, видимо, дедушка Пиноккио. Если я ошибаюсь, исправьте меня, напишите в комментариях, кто он. И второй нам попался Ник Уайлд. Вы видите, отметина какая? Очень редкий, представляете? Видимо, поэтому его блестяшками покрыли. Я теперь понимаю, почему их любят, эти игрушки. Они действительно очень классненькие. Хоть и маленькие, но очень-очень милые и качественно сделанные. И глаза их не просто обалденные. Следующее пластмассовое яичко Hot Wheel. Машинка-яйцо. Машинка-яйцо? Это как понять? Наклейки внутри. Так, опять наклейки какие-то. Ну ладно, смотрим. Ого, сколько тут наклеек. Трансформер, что ли? Трюк какой-то. Что тут крутится, вертится. Во! Вот такой вот грузовик у нас получился с крюком. Вам из тачек никого не напоминает из мультика? Наклейки сейчас наклеим. И вот такая тачка у нас получилась. Обклеили мы ее. Выхлопную трубу у нее впереди. Номер 68. Колесики не крутятся. Как вам эта машинка? Напишите в комментариях. Если честно, я большего ожидала. Следующий сюрпризик у нас такой в виде унитаза. Flash Force. Сила смывания переводится. И внутри там должны попасться всякие зяки-бяки. Микробы-мутанты, пришельцы из канализации. А, вот инструкция. Нам в бачок нужно налить воды.
Здесь вот такие значки вопросов. Кто-то нам должен там попасться. Открываем бачок. Чего он не открывается? О, а внутри у нас вкладыш лежит. Так, это, видимо, предупреждение выпало. Вот сам вкладыш. Какая большая коллекция. Насекомые какие-то. Это сиамские близнецы. Какие-то животные чумазые. Гнилые фрукты. Это кто такие? Интересно. Какая-то остатки еды, что ли. Это явно какие-то микробы. Обалдеть. Ну и коллекция. Прям интересно, кто нам попадется. Наливаем воду. Мам, нужно потрясти. Трясем, трясем. Видишь, начинается. Угу. Давай попробуем открыть. Какая-то там жижа. Так, одного достаем. Ух ты, какой прикольный. Ой, там еще один кто-то плавает. Нам попался вот этот вот цветок с зубами. Вот он. Наверное, кого-то уже укусил. Вон капелька крови у него на листике. По качеству неплохие. Мягкая резина. И второй нам попался. Это злая кровожадная туалетная бумага, что ли? Рулон с туалетной бумагой. Вот он попался. Так, это под буковкой S он обычный, я так поняла. А вот этот вот под буковкой D. Значит, он уже, наверное, как редкий, что ли, считается. Ух, злюка. Интересный сюрпризик. Следующий вот такой интересный сюрприз откроем. Pop-pop hair surprise. Такая вот девчоночка, хотя она больше на какое-то животное похожа, с хвостиками. У нее такая маска для сна. Сейчас мы ее откроем. Так, наверное, такая инструкция. Чек-лист. Ой, у нее такие глазки красивые. Точно ко сну готовится. Или у нее пижамная вечеринка. Вроде она как расческа. Так, посмотрим. Такие вот девчонки бывают. Наша вот эта вот. Только у нее глазки тут фиолетовые. А у нас голубенькие. Даже синие, я бы сказала. И внутри еще питомцы какие-то с волосами попадаются. Так, тут еще кто-то вот такие вот попадаются. А, вот сзади. Значит, мы откроем, а внутри будет пакетик. В пакетике вот эта вот штучка, которую нужно размотать, и из нее получится, наверное, какой-то питомец. А потом из этого можно делать разные прически. Можно самой куколке этому или питомцу сделать, а можно себе прицепить на голову, расчесаться расческой. Карандаш даже можно надеть, да, это карандашик. А, вот так он открывается. Такой мешочек из ткани. Классно. Вот еще что-то, пакетик какой-то. Смотрим, что в пакетике. Прозрачные такие резиночки и две блестящие заколочки. Такие вот. Как комета со звездой летит. Ух ты! Какие волосы, мне уже нравятся. Так, а как ее размотать, интересно? Крутишь, крутишь. О, прикольная.
На бобрика похоже, судя по зубам. Так, кручу-верчу. Обмануть хочу. Как его размотать? Ну ладно, сами размотаем. Открывается, наверное, может? О, точно. Ой, точно нам бобрик попался. Вот тут вот резиночка, то есть можно ее на волосы, да, прицепить. Косичку. Да, в косичку вплести. Какие классные цвета. Теперь смотрите, какая очаровашка, тоже с такими блестящими глазками. Очечки у нее со звездочками. Сейчас оденем. Какая она прелесть. Ролики, что ли, на ногах одеты. Классный сюрприз. И последний на сегодня сюрприз. Вот такая вот большая капсула. Low Surprise Higher Goals. Что-то тут классное должно нам попасться. Такая вот девчонка нарисованная, черно-белая вся. Нам обещают 15 сюрпризов внутри. I have real hair. У меня настоящие волосы, она говорит. Приступим. Кто ж там нам попался? Подсказочка тут сразу, вытащим ее. И нам попалась девочка, как фея, плюс ножницы. Дальше. Минус первый слой, и тут у нас нарисована куколка Splatters. Раскрась меня. Ты куда ж тебя уже раскрашивать? И так вся вон размалеванная, классненькая она. Я бы тоже такую хотела. Второй слой убираем. Так, вот такие вот наклеечки, заколочки разные. Ой, пакетик. Так, и внутри у нас цепочка, ручка для нашей колбы. А тут она в виде заколочки. И подставка для ножек. Оп, смотрите, прям как лак действительно выглядит. Здорово. Так, все готовы? Открываем. И... А как она открывается? Кто знает? А, ну просто вот так. Так. Ух ты, какая она интересная. Hair spray, лак для волос. Так, самая мощная, гляньте, фиксация. Вот такие тут девчули попадаются. Смотрите, какие они. Интересные все. 12 куколок в коллекции. Это классненькая. И зайка тоже хорошенькая. И эту хотела бы я. Вот эта куколка ультраредка. Кстати, это, наверное, первый случай, когда из этой коллекции... Ну, я обрадуюсь, конечно, ультраредкой. Но здесь обычные куколки классные. Да вообще вся коллекция классненькая. Они все меняют цвет, кроме вот глиттерных. Куколка спрятанная, бегудюшки, у них тоже сюрпризики, и три пакетика еще. Ух ты, здесь у нас солнцезащитные очки нам попались, такие какие-то светло-коричневые, с серебряной окантовкой. Следующий пакетик, и здесь у нас такие сапожки беленькие с черной подошвой. Следующий пакетик, и тут у нас одежда. Шортики, бабочка. Как будто бы костюмчик для мальчика. Так, откроем бегудюшки. Есть такая гребеночка голубенькая с бантиком. Вторая бегудюшка. Ой, бутылочка. Голубая с перламутром бутылочка. С золотой крышечкой тоже с перламутром. Так, и достаем куколку. Внизу у нее как будто бы она резиновая, сверху... Голова из пластика. Ить. Один сапожек сняли. Интересно. Главное, с варежками. А, то есть их можно оторвать. И потом можно как платьице ей одевать. На замену. Так, тут у нас ленточка такая перевязана, Miss Jive написано. Значит, нам вот эта куколка Miss Jive попалась. Классная она, черненькая. Так, открываем. Та-дам! Какая она кудрявая. Смотрите, какой у нее макияж красивый.
жгучая брюнетка с голубыми глазами. Прическа такая у нее наполовину как заплетенная, косичка, а сверху у нее такие шикарные кудри. Сейчас мы ее оденем. Нарядили мы красотку. Такая вот она. Фрак у нее. Классненькая. На Элвис Пресли чем-то похожа. Мы забыли проверить, как она меняет цвет. Сейчас мы это сделаем. И окунаем. И смотрите, у нее розовый купальник с перчатками появился. И подтеки от туши. Она расстроилась, что ли, что... Но она же мисс Джайв. Это же тоже классно. Не расстраивайся, все, вытирай вот так, да, чтобы не плакала, а только улыбалась. А еще из капсулы вот здесь мастерица стульчик. Так, вставляется. Видите, как кресло. И куколка сюда сажается вместе со своей бутылочкой. Вот такие классные игрушки нам сегодня попались. Самые классные, на мой взгляд, это Disney Dorables, Свен, Зайка Пиглет и, ну и, конечно, куколка Лол. А как вам эти игрушки? Какие сюрпризы понравились больше всего? Напишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, поставь лайк и не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале Queen Surprise. Всем до новых встреч! Пока-пока!